С вами Зафиран 2008, и мы будем сегодня снимать видео про мои машинки. Вы смотрите, я музыку сейчас включу. Вот моя шестерочка, я ее уже сегодня закончила. Это время. Вот здесь семерка. Вот такая. Так, подождите, сейчас вот моя четверочка, мы ее уже готовим. До теста. Вот ее колесики. Я все покрасил. Она была белая мне раньше. Сейчас уже вот такая. Салон сидели. Мы поставили на стол. Смотрите. Я чуть-чуть уже так динамик сделал. Я такой кожу взял и начал делать. Вот посмотрите, такая прочная. Сейчас будем дальше рисовать. Подождите. Я все это маркерами рисовал. Подождите, я все сделал. Готовое, клеем. Я приклеил. Так, салон откладываем. Смотрите, я эти штучки пообдирал. Таким штучки. Шестерку я уже все сделал. Я могу показать, как я ее сделал. Все. Подождите, я опять жигульку разобрал шаху. Смотрите, я на нее такие поножи из картона сделал самодельный. Смотрите, здесь сзади вот такая палка и руль украсил там. Смотрите, вот такой салон тоже, только мягкий. Вот здесь для кофе. Там сейчас музыку подключу, подождите. Нет, вот не потише. Смотрите, вот такой. Лада здесь написан. Динамик у меня здесь чуть-чуть получше выше, чем у четверки. Колеса родные стоят. И больше лайков я хочу собрать, потому что у меня эта шаха самая классная. Смотрите, что я бы хотел с ней сделать. Вот я делаю пару клей, только я не могу сделать такой. Вот такой клей я литуган взял. Так. Вот такой. Ну как вам нравится? Вот такая у меня, кстати, колонка. На флешке слушаю, кстати. Недавно купил. Не знаю, вот посмотрите, у меня еще экземпляры есть, которые я уже доделал, посмотрите. Вот сейчас вам покажу, я с полки взял. Вот моя Нива. Это Нива, я ее так сделал, колеса у нее разные. Это от карандаша я взял. Ой, колесо, брат, отлетелся, он такой. Тоже мягенький. Это я от Лера взял. Итак, у меня, смотрите, у меня куча экземпляров, только недоделанных еще. И какая вам больше нравится, эта шестерочка шаха? Подождите, давайте.